Добрый день, друзья. Ну что ж, перейдем к следующему блюду. Я думаю, что сегодня мы попробуем рамштекс классический. Как выглядит. Ну, дома я еще все покажу, разверну их, все покажу. Ну что, поехали готовить. Добрый вечер. Сегодня мы будем готовить рамштекс классический. Вот так вот он выглядит. Приступаем к готовке. Прям золотистая корочка. Такие пышные становятся. Красота. Оп, и опять украли.